Всем привет. ТАП Т211. Разбитый дисплей. Такой дисплей новый я заказал. Шлейф дисплея. Давайте проверим. Ставим батарею, застегиваем шлейф кнопки включения, включаем ТАП. Вот, экран загорелся. Можно менять. Снимаем тачскрин. Thank you.
300 градусов у меня стоит в термофене. Итак. Не такая уж и простая задача это. Намного проще было бы поменять стекло. Аккуратно с шлейфом, если его повредить, придется еще менять и стекло. Если стекло остыло, то прогрейте повторно. Двусторонний скотч. Итак, остался низ. Вот таким образом держим стекло с рамкой и нагреваем низ. Само отходит. Двусторонний скотч сохранился прекрасно. На него же и посадим. Это некоторые моменты нужно выпрямить. Итак, снимаем дисплей. Давайте подправим двусторонний скотч перед установкой дисплея. Так, ставим дисплей.
пальцами старайтесь не трогать, не трогать вот эту поверхность стекла, чтобы не отвечать, не оставлять отпечатки. Ставим кнопку. Удаляем пыль. Снимаем пластик. Стекло. Проверьте еще раз перед установкой стекла, чтобы не было пыли между ними, между стеклом и дисплеем. Если все нормально, то можно лепить. Сравняйте с углов. Ставим системную плату. Застегиваем дисплей. Все остальные разъемы. Тач. Включим, посмотрим. Загружается. Проверим тач на всякий случай. В порядке. Только что мы поменяли дисплей. Как видите, 10 минут, не больше. Модель Samsung Tab T211. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал.